Наведаць больш за 100 музеяў Беларусі за адзін раз такую магчымасць атрымалі магілёўчане і госці горада. Трэці рэспубліканскі музейны форум прайшоў у Магілёве. На галоўнай падзеі года культуры пабывалі нашы карэспандэнты. Друкаваць на сапраўдным друкарным станку разам са Спірыдонам Собалем, дакрануцца да музейных экспанатаў і нават павандраваць па дапамозе інтэрактыўных 3D-акуляраў па замку Вітаўта. Трэці музейны форум даў такую магчымасць сваім наведвальнікам. Мне очень понравилась какая-то живая, креативная атмосфера, которая царит. Атмосфера очень заинтересованного взаимного общения. И то, что стенды разных музеев показывают, что вне зависимости от того, сколь мал или сколь значителен этот музей, действительно сегодня в каждом из этих музеев работает большое количество молодых людей, которые предлагают какие-то новые креативные решения даже в рамках весьма стесненного, как и во всем мире, музейного финансирования. Свои экспозиции на форуме представили 120 музеев Беларуси. До слова, яны не только подрыхтовали проекты, у яких показали новые магчимости работы с наведвальниками. На деловых встречах активно обмярковывалась головная тема форума – музейный маркетинг. Конечно, тут не обойтись и без некого такого конкретного подхода. Тому конкурс, тому поравнание, кто лев, что хуже працуя. И подведение вынику один раз в два года – это вот то, чем отрознивается этот форум от такого звычайного процесса работы наших музеев. На мой взгляд, сегодня, конечно, музеи должны стать не только местом хранилища, накопления, но это, в первую очередь, должны стать информационно-образовательным пространством города, где будут и школьники, и студенты, и в том числе и зрелые, пожилые люди получать не просто удовольствие от созерцания, не только изучать историю, но в первую очередь образовываться вот в том пространстве, в котором мы с вами живем. По выниках третьего музейного форума дипломами первой и другой ступени отзначили Могилевский областный музей имя Павла Масленникова с крональной выставой детячей студии Гекельберия и Бобруйский краязнаўчы музей. Наступный республиканский музейный форум пройдет через 2 года. Его столицей станет Брест. Ганна Лапо, Александр Тарасов, новини регион.